Я встал утром и попал на ваш конгресс. Что я сейчас должен сделать для того, чтобы реализовать все эти высокие идеи, о которых вы мне рассказывали до сих пор, вот сейчас, здесь, находясь среди всех? Ничего, только прийти с подготовкой. Если ты приходишь подготовленным, ты включаешься в общую атмосферу, в общее ощущение. Это как в отпуске, когда ты заготовил денег, подготовился к этим дням и приезжаешь, как будто ты в ином мире, в раю. Ничего нету, я в отпуске, приятная музыка, ничего не делаю и все. И сам конгресс, он будет течь уже по той подготовке, в которой люди находятся. А еще дополнительное количество многих людей, которые еще всякие вещи делают, там едят, пьют, вместе танцуют, не только учатся и говорят об этих идеях. Это те вещи, с которыми я как новичок не встречался. Это для меня как небольшой шок. Мы должны изменить чуть-чуть наше чувство, наше отношение к другим. Есть такие действия, в которые я совершенно не вхожу ни с какой критикой. Когда я просто погружаюсь во всех, как я могу слиться с другими? Именно прыгая с ними, именно танцуя с ними, именно когда я как младенец буквально просто отменяю себя и нахожусь среди всех без каких-либо ограничений, какой-либо критики, в этом я подключаюсь к общему состоянию. И тогда, мы, может быть, еще этого не понимаем, но именно тогда я получаю возможность стать безграничным, неограниченным, получить определенный дух, который войдет в меня. И этот дух, возможно, что ты скажешь, но это глупости. Это тебе так кажется, потому что ты не можешь в нем обнаружить света бесконечности, находящегося в нем. Я тебе точно говорю, если это исходит из нашего объединения, пускай наималейшего, это уже совершенство. Понимаешь? И тогда у тебя появляется возможность именно таким образом воспринять нечто, относящееся к духовному. Когда? Когда ты прыгаешь вместе с остальными. Эти танцы принуждают тебя думать против этого объединения. Ты его не хочешь. Твой разум постоянно ведет борьбу против этого. И тогда ты должен делать свои выяснения. Танцы, песни, все эти вещи, они очень внешние ведь. Мы же говорим о внутреннем справедливости. Я и говорю о внутренней работе во время танцев, сосредоточении, оно внутри. Ты танцуешь тоже внутри, в своих подъемах и падениях. То, что во внешнем происходит, это только пробуждает в тебе твои внутренние состояния.